Но в этом процессе первым шагом должен быть выход Армении из ОДКБ и начало политико-правового процесса по оформлению этого выхода. Почему? Потому что не выходя из этого стойла, у мирового сообщества, международного сообщества, у цивилизованного человечества не будет особого энтузиазма помогать, поддерживать, симпатизировать стране, которая де юре продолжает оставаться союзником чумы 21 века.